380 милиционеров сегодня пробежали кросс. Мужчины 6 километров, женщины 3. Вместе со всеми дистанцию пробежал министр внутренних дел и наш корреспондент Наталья Ткачук. Половина третьего, место сбора, парковка за мостом. Почти 400 человек. Мужчины, женщины, все подразделения милиции. Жарко. Очень жарко. Это начало кросса. По форме вижу, что вы человек спортивный. Бегаете? Бегаем. Или велосипед? Велосипед. Занимаемся спортом. Посещаем зал. Тренажерный. Ну, у вас, слушайте, отличная форма. Это прямо мечта для наших всех девочек. В спортивном костюме даже министр. По традиции, напутствие перед началом забега. Поздравляю вас с открытием весенне-летнего спортивного сезона. Ура! 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 Место старта для мужчин – остановка в центре Кицкан. Заявленная дистанция – 6 километров. Женщинам поменьше, должны одолеть 3. Едем. Пользуясь случаем, говорю о том, что дорога и распри Кицканы находятся в неудовлетворительном состоянии. Все ждут, пока начнется забег. Кто сидит в телефоне, кто на ступеньках здания напротив магазина. Ну а те, кто бежит не в первый раз, разминаются. Вы один из немногих, кто разминается. Да, по крайней мере, делаю вид. Не, ну что-то ж делаете, видим, да? То есть... Коленостоп. Пробежать-то хочется. Все, закончилось. Все, да? Или подготовка уже есть? Конечно, готов. У министра перед забегом тоже разминка. Скажите, правда, что есть такая директива? Кто позже министра прибежит, тот будет иметь проблемы? Нет, кто быстрее министра, тот будет поощрен. Ребята, а правда есть такая директива? Кто позже министра прибежит, тот бежит еще раз? Раньше был такой, сейчас не знаю. Что, это шутка или все-таки надо... А зато сказал сейчас, знаете, что министр, кто прибежит первее его, тому премия. Это да. Да? Здесь будем стараться. А в это время девчонки. Наушники, любимая музыка и вперед. Бегут синхронно. Женщины от дамбы, мужчины из центра Кицкан. На старт. Внимание. Марш! Короче, как бежится? Отлично. Мы с вами бежим. Молодцы. Чувствуется подход. Да? Серьезный. Спортивный. Спорт – это сила. Не жарко тебе? Отлично. Вот она, первая победительница. Катя Намашко. Спортсменка, красавица, а еще руководитель. Замначальника по работе с личным составом. Любит кроссфит и бег. Катя, вы победитель. Да. Первое место. Да. Поздравляем. Спасибо. Ожидали, не ожидали? Или вообще вы занимаетесь? Вижу по форме. Да, ожидали. Ничего нового. Вы каждый год первое место занимаете? Ну, обычные. То есть для вас... Обычная даже... пробежка, да. А вот и у мужчин победитель. Курсант ТЮИ Станислав. Это первая его победа. Сам не ожидал. Занимаюсь, но так, любительски. А, Станислав, то есть вы любитель, бегун, но вы бегаете. Какие любимые дистанции, марафоны, может? Полумарафоны. Марафоны не... Тяжело, тяжело. Не ожидал. Думал, результат будет далеко за третье место. Но, как оказалось, еще на что-то способен. Бег – занятие для сильных и выносливых. Сегодня сотрудники милиции это доказали делом. Наталья Ткачук, Игорь Мацота, ТСВ.